Психологический барьер в 3000 долларов биткоин преодолел в первые дни после форка, как и прогнозировали блокчейн-эксперты. В российской блокчейн-ассоциации такой рост объясняют еще и всеобщей популяризацией технологии блокчейн. Я думаю, что это обусловлено выходом новой монеты Bitcoin Cash. Ну и вообще в целом это связано, я думаю, еще дополнительно с экспансией, с более интенсивной экспансией философии блокчейн на рынок в целом. На сегодня общая капитализация рынка биткоина, по данным CoinMarketCap, составляет 53 миллиарда долларов, а объем торгов BTC превышает 1 миллиард долларов в день. Что касается прогнозов, то Алексей Калиниченко предполагает рост цены на биткоин вплоть до конца года. Я ожидаю рост примерно до декабря текущего года, то есть можно удерживать, да, в портфеле биткоин до конца года. В декабре-январь я бы рекомендовал постраховаться.